Здравствуйте, это магазин Крошка. Представляю вам два вида снегоката, российский и китайский. Российский представляет вам преимущество того, что тут есть веревочка, амортизатор, мягкая сидушка и тормоз. А китайский отсутствует мягкой сидушки, веревочки и амортизатора. Но у них также присутствует тормоз. Вот вам два вида снегоката. Приходите к нам в магазин.